Привет, друзья! Это очередной выпуск моего видеоблога. У нас вроде как сегодня днем прояснилось, и вот появилась такая идея съездить на наблюдение, поснимать что-нибудь, потому что Луна в 12 восходит, визуалить как-то особо нечего. А вот хотелось бы поснимать М42 на длиннофокусный объектив. Вроде бы попсовый объект, но так получилось, что нет у меня нормальных фотографий этого объекта, вот решил попробовать. Но вот перед самым выездом у нас затянуло небо, и я даже не знаю, что из этого всего выйдет. Попробую все равно выехать километров за 30 от города, посмотрим, там может быть пока еду прояснится, или может быть в том месте не будет облаков. В общем, посмотрим, что из этого получится. Ребята, а вы в комментариях, пока вот я как-то виртуально для вас еду, напишите, пожалуйста, что вы сейчас наблюдаете, как у вас дела обстоят с погодой. Я уже предвижу эти комментарии о том, что погоды нет и все такое, но все-таки я надеюсь на позитив, и кто-то расскажет о том, что сейчас наблюдает. Какие, может быть, астрономические или астрофотографические проекты реализует. В общем, пишите это обязательно в комментариях, мне будет очень интересно почитать. Ну, увидимся, собственно говоря, уже на наблюдательной точке. Ну, в общем, приехали, ребята, мы на наше место. Нам не повезло. Пасмурно. Пока ехали, ничего не прояснилось. Мы уже тут за кадром пошутили, что произошло редчайшее, просто редчайшее для Вологды событие. У нас затянуло небо, поэтому с места событий вещает специальный корреспондент Astro Channel Александр Смирнов. Но мы тут оказались не одни, тут еще наши друзья еще раньше приехали. Вот, познакомьтесь, это Антон. Антон, скажи привет. Здравствуйте. Антон и Вова тут у нас находятся. Антон прикольную штуку делает. Антон вообще технарь, и поэтому, скажем так, вот его заинтересовало сделать астротрекер, и он собрал вот такую вот штуковину, полностью самодельный астротрекер, который тащит фотоаппарат с телевиком. То есть здесь 300-ка стоит телевик, и в принципе там на выдержке примерно 2 минуты звезды, скажем так, остаются точками, поэтому, в общем, крутая штука. Антон, сколько делал? Ну, с перерывами, с большими, полгода получилось. Вот. Ты снимай нас-то. Я тебе сказал, меня снимать, он ходит вокруг трекера там. С перерывами получилось полгода где-то. Вот, ну, ребят, в общем, это крутая штука, но я вас заинтригую специально. Вот об этом трекере будет отдельный ролик. Там, где мы, где Антон, точнее, расскажет в подробностях, что и как тут сделано. Вот. Вам для затравки только скажу то, что трекер специально Антон делал по собственным там, по собственной технологии, здесь нет червячной пары, здесь вот передача на ремнях, вот, и, ну, об этом подробнее в следующем ролике, поэтому следите за обновлениями на Astro Channel. Ну, ребята уже тут собираются, мы приехали позднее. Небо не будет? Небо будет, мы будем ждать до последнего, вот. Я сейчас так... свистите. Хорошо, если вы далеко не уедете. Так что мы их отпускаем, а сами еще подождем. Не дождались мы погоды. В общем-то, наверное, сейчас поедем. Забыл рассказать, что буквально вот на днях тут еще сняли мы программу «Под северным небом».
программа ориентирована, в общем-то, на вологодских любителей астрономии и тех, кто более-менее интересуется астрономией. Но вы тоже можете посмотреть. И, в принципе, там общедоступные такие вещи говорятся о том, что можно увидеть в ближайшее время на звездном небе. Так что посмотрите этот ролик. Оцените. Ну и в завершение выпуска новости из полей интернета. Пользователи социальных сетей сейчас активно постят вот эту фотографию со словами «Ожидание того стоило». В реальности фотограф бы отправился на тот свет в ожидании такого восхода, но так и не допился бы... Прикольно. Так, ну что, меня заклинило все уже под конец, походу. Ну а на этом, наверное... Все. Хотя не все. Дай-ка мне камеру. Покажу я на всякий случай оператора. Это Паша. Мой знатный кореш и большой друг. Вот. Если половина будет наснята не в фокусе, то вы знаете, кого обвинить в этом, потому что он это снимал. А если в фокусе, то знаете, кому сказать спасибо. Вот, с Пашей мы часто ездим на наблюдения вместе, вместе начинали, в общем, увлекаться астрономией и продолжаем это делать. Вот, а на этом, ребят, все. Не дождались мы, к сожалению, погоды. Черт возьми. Ну да ладно, будет еще праздник и на нашей улице. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и будьте в курсе. А я вам желаю ясного неба, чтобы вот не как у нас, а чтобы по-нормальному. Пока.